Всем привет! Сегодня давайте посмотрим журнальчик М-Хобби за октябрь, за этот месяц, 2020 год, номер 10. Вот он перед вами. Хочу извиниться, то, что задержал немножко с этим роликом, был на выставке в Таганроге. Очень все понравилось, великолепно, отличный город, отличная выставка. Ребята, молодцы. Открываем журнал. Как обычно, реклама на первой странице, это понятно. И, как обычно, у нас это что? Это у нас анонсы новинок, которые мы ожидаем, либо они уже вышли, эти новинки, в этом месяце. Помню, октябрь 2020 год, если кто-то забыл. Итак, перво-наперво это у нас идет звезда с очень ожидаемой новинкой. В 72-м масштабе это у нас Геркулес, американский транспортник. C-130H. Вот он перед вами. Модель уже появилась. Вышла она с конвейера. И в понедельник, в этот понедельник уже будет у нас. Сразу немножко рекламу сделаю. При покупке, при предзаказе этой модели осталось всего 3 дня. Вы можете получить совершенно бесплатно разные плюшечки. Какие, скажу в конце ролика. Также к игре Вторая мировая выходят немецкие панцергренадеры в 72-м масштабе. Но тут пока идет все 72-й масштаб. Чешская Cora Models выпускает 2 биплана. Ну, для нас, это, думаю, что это не очень интересная тема для России. Ну, хотя, наверное, может, любители и есть. Ace Киев. Вот такой автомобиль. Судя по раскраске, это у нас Германия. Так, KPM чешский, 6 моделей. Масштаб тот же 72-й. Вот перед вами. Ну, я так понимаю, что меняется только декаль. А-модел киевская выпускает 2 атомные бомбы советские. Перед вами. СОМ также украинская беспилотничек. Dragon 72 масштаб, Брэдли американец. Тоже, по-моему, Брэдли. Только уже, видимо, защитой. Так, Dragon 4 Немчура. Модусвит харьковская, очередная модификация Миража. Арма Хобби, опять же, модификация Як-1Б. Ну, тоже, скорее всего, изменены только декали. Потому что такой набор был. Он был у нас в продаже. Причем очень хорошее качество. Очень-очень советую. Также он выпускает Wildcat. Или уже выпустил. И Hurricane. IBG Америкоса, грузовой автомобиль. Special Armory Чехия. Тоже немчура какая-то. Мардер. Я просто перевернутое видео очень плохо вижу. Вижу, но не очень хорошо, вернее так. Так. Поляки выпускают британцев. Угу. Так, это у нас F5. Хасигава Япония Т4. Тоже уже такая была модель. Кавасаки Т4, это что такое? А, тоже Гава, понятно. BBK, Киев, у них обычно огромные модели, дорогие и огромные, из технологии Ланде сделаны, тяжело в обработке. Ну, большие, Бомбардье. Перед вами. Да, хочу отвлечься, если вы не заметили, немножко поменял камеру, теперь качество стало, должно быть повыше. Оно теперь у нас Ультра HD 4К. Напишите отзывы, если интересно, если сможете, вернее, по этой камере, как вы, изменилось ли качество или нет. И по звуку тоже напишите. Окей, продолжаем. Так, что это такое? Азор, Франция. Всегда думал, что это Чехия на самом деле. Это, кажется, французы. 10-й выпускают. У М двух немцев, 72-й масштаб. Так. Украины очень много, прям очень много Украины в октябре что-то выпускают. Какие молодцы, прям, ну молодцы, правда. Ой, так, ТФ-35 Дракон,
Это у нас Scale Wings Днепропетровск, ОКБ, это у нас смоляные. Модель тоже дорогие достаточно, Су-101 и Панцер-4. Snake Model из Москвы, фигуры, операторы частной военной компании, перед вами. Рекроко. Рига, Авиа-51. Ну, все как бы не для нашего рынка. Ну, как я вот продавец могу сказать. Яджо PC-7. Это у нас CBS. SBS венгерская. Эйя Миниатюрс из Москвы. Смола, походу. Точка У. И командно-штабная машина R14A. N. Так, ну, когда же мы перейдем уже к 48-му масштабу? А, скоро. Огурец проект выпускает КРАС-250, БРМ-2, АК-725. Это корабельная башня. Вот 48-й масштаб. Вот это интересная тема. Мне очень нравится. МВ-22 Осприй в 48-м масштабе. Фирма Hobby Boss, то есть достаточно качественная, интересная модель, достаточно интересный прототип. Сам себе бы даже рекомендовал, если честно. AAA Models, это у нас, опять же, Украина, Мессер, BF-109, Т-модификация. Т, по-моему, вообще вроде не летала, не знаю, не помню. Так, Airfix, Великобритания, Супермарин. Ну, что тут еще интересно, что-то тут все как бы... Dragon Китай, Apollo 11, Хасигава, это у нас Мессершмитт G6, очередная, вот только нет уже Мессершмитта. О, это тоже интересная новинка, звезда, Шилка. Также по ней информацию чуть позже скажу. Также она в понедельник приходится на там около 2000 рублей, 1700 с чем-то. И к ней мы предлагаем тоже очень много интересного. В конце ролика, пожалуйста, подходите. Cooper State Models Riga. Это итальянский автомобиль, бронированный автомобиль. ICM уже выпустила много новинок. Фигуры британцев, Model T, очередная, тоже британская. Manc Model, это у нас, как я вижу, перевернутый Меркава. IBG, 35-й масштаб, я уже как бы, если не озвучил, то озвучиваю. IBG, Польша, перед вами модели. То, что интересного. S300V. Рамп, это Китай. Рубач. Огромное моделище будет. Пропустил я четверку от Amusing Hobby. Достаточно качественная, интересная модель. Стоит заострить внимание. Так. ЗИЛ-135. Также Трамп. Ой, сколько много, да? Сезон. Сезон начался, ребята. Мини-Арт Киев. Музыкальные инструменты. Для любителей диорам. Набор украинских современных солдат. Ну, понятно, что современных. И германская пехота, я так понимаю. Вторая мировая война. Также четверка, похоже. Также, сколько четверок-то у нас, господи. Четверка. Полторатонник германский. Это, по-моему, гражданский. Офигенный набор. Два пианино. Или фортепиано. Трактор 37-го года. Я просто уже смотрел анонс новинок. Есть так интересно на самом деле. Вот он, трактор перед вами. Так, это у нас оружие американское. Hobby Boss D-38. Танк. D-38. Еще одна четверка Драгона. Так, мастербокс, Днепропетровск, немцы, индейцы, да, похоже, и что-то там связано, наверное, типа метра, там, что-то такая тематика.
Не мое направление явно. Так, макет уже парада у нас вот этими ящиками со снарядами, с выстрелами, противотанковые ежи. Это все у нас есть, достаточно бюджетные наборы. Что такое советский грузовик КАЗ-606A Red Iron Models? У нас мало, по всему. ICM. Так, это 32... А, вот, я пропустил. Смоляные машины, копейки, тройки, уже в виде служебных автомобилей, а конкретно милиция Советского Союза. Есть у нас обзор на канале по тройке, по-моему, шестерке. Посмотрите, кому интересно, но не в виде служебных машин, а гражданских. Довольно интересно, довольно противоречиво и довольно сложно, и дорого. Но интересно, кому это интересно. Так, 32 масштаб ICM, две модели. Не будем пока на них останавливаться. Возможно, сделаем отдельно на новинки ICM, возможно. AG Modeling наборы перед вами. Так, Quinta Studio, что у нас выпустило? Су-27 УБ. 48 масштаб, да? А, сюда попал. Это допы пошли. Это у нас рельефные декали, хорошая тема. ГАЗ-66 у нас, по-моему, есть такая же модель. Трампетер 350 масштаб, это у нас два корабля. Один из них российский, Ташкент, 42 год. Ташкент тоже был, модификация, не так сказал, а годы выпуска, да, или годы там реставрации, не знаю. Так, это у нас вообще какой-то 32 масштаб. B40M Warhawk. Кто это выпустил? Не вижу. Пропущено кто? 32 масштаб. А, наверное, Трамп это тоже, да, логично. Микромир. Какая-то гражданская тема. Оружие. Вот пошел. Григоров флот стандартно. Ну и, собственно, все. Ладно, давайте перейдем уже к статьям. Они тоже довольно интересные. Это у нас Т-90 МС. И, судя по всему, это звезда модель. 72 масштаб. Павел Спиридонов из Екатеринбурга рассказывает, показывает, как он это все изготовил. Рейтинг ставит 4 модели. Вот. Интересная статья. Лично не читал, но думаю, что интересно. Тени старый масштаб, я не увлекаюсь особенной техникой. Так, тоже, судя по 5-рублевой монете, это у нас что-то мелкое. Также 72 масштаб, но уже с рейтингом 5. Александр Счастный. Александр, сколько же делаете модели? Работаете, не попадая рук. Из Санкт-Петербурга рассказывает про модель. Ой, модель Кункадло. Кункадио. Эдуард Чехия. Наверняка ошибся в произношении. Но что-то серьезная работа. Фирма Эдуард, конечно, очень качественная фирма. И, видимо, что использовалось очень много подправлений. Ну, да, даже по спицам оси. Так что интересно вам почитать, кто любит смерть. Так. Это у нас 4 звезды МиГ-25БМ. 72 масштаб. Также Александр Счастный. Фото статья. Мне такие вещи очень нравятся. Техника пошла. Опять 72 масштаб. ГАЗ-60. Смоляная модель. 4 звезды. Николай Поликарпов. Очень известная фамилия. Из города Москвы. Нам показывает, как собрал данную модель. Все очень подробно. На 6 страницах аж. Так, явление рядового Шермана. Эдуард Чукашев, город Москва, опять 4 звезды, но уже 35 масштаб. Очень интересная статья по этой модели Шермана. Был у нас обзор. Там все очень возмущались, как бы, но вот, пожалуйста, читайте количество ошибок в этой модели. Даже останавливаться не буду. Статья классная, модель собрана классно, вопросов нет, статья великолепна. Но ошибок очень много.
Так. Это у нас уже пожарка. Француз с московской пропиской. Великолепно. Андрей Афанасенко и Сергей Вишняков. Оба из города Москва. Рейтинг 4 звезды. Это у нас 43 масштаб. А если 43 масштаб, это наверняка процент на 99. У нас AVD Models. Кострома. О, трактор, который у нас герой обложки. Ударники совхоза. Ударник Сергей Шакунов из города Могилев. 4 звезды. Балатон, по-моему, модель венгерская. 35 масштаб. 4 звезды, как я уже сказал, рейтинг. Со схемой трактора. Так, тут уже просто статья пошла. Билет в один конец. Владимир Блинов. Тирасполь. Про самолеты Би-25. У Ревела скоро выйдет, мы уже, кстати, сняли обзор, есть на канале, по данной модели. Вернее, не данной модели, а по модели Би-25 в 48 масштабе. Так что посмотрите, кому интересно, и ожидайте эту модель в продаже. Она скоро появится. Так, что такое? Дмитрий Чечеткин, село Ягодная, Самарская область. Перерождение Вархока. Перед вами фотостатья. Красивая модель получилась, бесспорно. Сергей Голиков, Владикавказ. Фантастическая самоходка. Немцы. Тоже фото статья. Очень интересно. Мне вот нравится такая вот схема статей. Ну, очень мило. Так, мотоцикл у нас пошел. Владимир Рыжов из города Красноярск. Последняя победа доктора. Пожалуйста, изучайте. Ну и вроде как все. Сейчас я рассказываю то, что мы вкладываем. Подарок дарим вам к двум моделям, которые выходят в понедельник, 12 числа. Это Шилка и Геркулес. Итак, Геркулесу наше предложение — это грунтовка фирмы Тамия. Краска, базовый цвет, фирма Тамия. И набор окрасочных масок фирмы КВ Models. Но предложение сильно ограничено. Что касается Шилки. Шилки мы дарим металлические стволы фирмы Z-Val. 4 ствола в комплекте. И для этой модели эта вещь необходима просто по определению. Поклевка от фирмы Tamiya. Предложение также сильно ограниченное. А я вам хочу сказать спасибо за просмотр. Спасибо, что вы с нами. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Увидимся здесь, либо на сайте. Пока-пока.